Жители Челябинска делятся на две неравные группы. Одни видят город исключительно серым и мрачным, другие находят в нем немало интересного, культурного и ценного. Увидеть Челябинск глазами итальянцев, которые продолжительное время проживают в нашей стране, удалось благодаря визиту делегации во главе с послом Италии в России Паскуале Терречано. Пока господин посол выполнял политическую миссию, его супруга Карен Терречано, а также директор Итальянского института культуры в Москве Ольга Страда знакомились с Челябинском. Я родилась в Аргентине и изучала Россию по книгам. Благодаря работе мужа мы очень много путешествовали, и так я узнала Россию лично. Мне было очень интересно узнать, что это за страна. В итоге впечатление оказалось немного другим, не так, как я себе представляла. Очень глубокая, интересная история страны. Непередаваемые впечатления от людей. Все ходят на концерты, полные залы всегда. Такая культура очень развитая, ну и природа очень красивая. Узнать Россию, узнать страну можно только посещая разные уголки страны. На Урале, думаю, что, конечно, у вас другой характер, это чувствуется. Он более такой, как выдержанный, более, но очень, с такими чертами очень нежными тоже. Вот есть такой контраст, который я так почувствовала. Одно из увлечений сеньоры Терречано – конный спорт. Она любит общаться с лошадьми и считает, что они развивают не только силу и ловкость, но и заменяют занятия по психологии. Я была очень удивлена в приятном плане возможностью, которую вы даете населению, детям здесь. Обучаться, общаться, находить общий язык с животными. Это действительно спорт. Вкладываться в это нужно много. И именно этот спорт помогает понять психологические составляющие. И потом легче общаться с людьми, когда ты научился общаться с лошадьми. Все, что мы знаем лично о современной итальянской культуре, о театре, кино, писателях и художниках, мы знаем благодаря проектам Ольги Страда. В Челябинск Ольга приезжает уже в третий раз. Я в Челябинске была в декабре 2014 года, когда тут открылось почетное консульство Италии. Я привезла этого актера Микеле Плачидо. Потом я была 2 года тому назад была в Сатке, и вот это мой третий визит в Челябинской области. Я очень рада тому, что сотрудничество в рамках культуры продолжается. Как в Сатке уже у нас уже третий фестиваль итальянской культуры, но и в Челябинске у нас было уже несколько культурных мероприятий, выставки. Я надеюсь, что и в будущем все это продолжится и расширится. Каждый приезд итальянской делегации не обходится без подарков. Челябинской областной универсальной научной библиотеке передали около 50 томов русской и итальянской классики. Книги из личной коллекции Антонио Пикколо, почетного консула Италии в Челябинской области.